И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Бенон, Покемон, Кэт Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем мочить зомбаков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну что, пацаны, вы взяли мощное оружие? Да, вот такое. Твои взрывы. Ого, ты читер, Димон. Ну оставь нам зомбаков. Если пьете и кушаете, приятного аппетита, а мы мочим зомбаков. Кто на меня, тот против меня. Так, ну что, это в руки миниганчик и пошел, поехал, да? О, вот это получше будет. Не, давайте такой пример возьмем. Вы что, бьете меня? Ай-яй-яй-яй-яй. Беги. Так. Ого. Прям серьезные мужики, говорите, да? Ну да, на серьезности все. Я могу... Ой-ой-ой, ты куда-то прыгаешь. Оп-оп-оп. Ты чё тут лазишь без спросу? Так, пацаны, давайте, где вы? Будем объединяться. Нападают. А где ты? Где ты, Димон? Бегаю, просто от них убегаю. Короче, кислотой буду закидывать их. Ого! А где ты кислоту взял? А вот в таком паке интересно. Ты отравил нас, Покемас. Так вы тут сами на моем поле битвы. Не, я хочу еще мечом помочить. Я так хотел им пожмякать их. Ну давайте, по очереди ко мне все. Так, ого, у вас там зомбаков. Блин, да вы даете. Ого. А это откуда вот это? Что это такое? Понаставили тут вы. С одного удара. Пошла жара. Ух. Вот это класс. Воу, полегче. Пацаны, осторожно, у меня бешеные гранаты. Да я понял. А, уходи оттуда! Ух, Фокси повезло. Кто за Фокси играет там? На! Ой-ой-ой. Да куда ты летишь, попугай? Лети прямо. На! Быстрого зомби врезалось прямо вот жестко. Кончились, да, попугаи? Хорошо, шары смерти. Ой-ой-ой, кишки, Димон, ты видел? Мод все-таки допилили. Да, смотри, да, еще. Ой-ой-ой. Ху-ху-ху-ху. Кишка-блуд. Кишка-мед. Блин, мне нравятся эти шары. Ой-ой-ой, там нога отлетела, видно. Пузо. Вся карта в кишках. Блин, расчлененку добавил этот мод. Как так-то? Так, пусть спамнится еще. Я беру базуку. Я разозлился. Чпоньк. Находик. Так, Димон, я иду к тебе. Вот это их тут плодится. Мужики, Мас, я спешу. Беги, я сейчас буду запускать лазер. О, давай я посмотрю. Это будет круто. Сейчас Димон умрет. Ну да, ничего страшного, переживет. Бум. Да, все, погиб. Это было эпично. Ой, они так быстро спамятся, это жесть. А вы, вот эти зомби, которые кидаются хэдкрабами черными, вы их не ставите, они сами, да, спамятся? Нет, я оставил. Да их что-то много. Ну давайте их убивать будем сейчас. Блин, не могу перепрыгнуть. Чего вы там опять затеяли за читерское оружие? О, пойдет. Ух! Жахнуло, так жахнуло. Ты что тут? Чё кидаешься на меня? Вонючий жук. По-моему, очистили от таких здоровых. Отвали. Ого, у вас тут. Так. Димон, ты дипер? Да, я дипер. Эту черный хэдкраба, смотри, мочу. О, кто ты тут... копья взял, это вообще эпично. Я тоже хочу копья взять. Копья. Ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас, где копья? Вот копья. Нет, это меч. Вот копья. А ты что там, Серега, ля-ля-ля сказал?
Кому копья, недорого. Давай, давай, давай. Знаешь, почем? Ну-ка, почем? Бесплатно. По одному хэдкрабу, да? Да, один жареный хэдкраб. Что еще тут есть? Какой-то, ладно. Давайте, давайте, ребят, мы индейцы, стреляем. О, пошла жара. О, давайте, давайте. Наштрыкиваем их прям. Нормально. Ого, они так от копий отлетают сильно. Это я чувствую себя настоящим африканцем. Да-да-да, знаешь, чем классно, что их можно подбирать потом? А я мачете возьму, я буду с мачете. О, давай, мачетос. Получай хэдкраб. Кстати, я кого-то убил случайно, не хотел. Сделать шашлычок. Взял на копье, знаешь, да, накинул хэдкраба. И сразу на шашлычок, Димас, да, пожалуйста? Понял. Вот, Димас, учись у меня, понял? А одним копьем можно двоих убить, чи не? Не знаю. Кстати, у меня есть бомба-липучка. Сейчас прицеплю, Димас, тебе ее. О, тут, короче, кладбище. Буду на кладбище шариться. Ты куда собрался? Так. О, боже, жахнуло. Вот это классная РПГшка вообще. Разносит всех. Да. Ой, а кто это мутанта такого поставил здорового? Ого, мутантище. О, пойдет, давай его сюда. Вы что тут машете крыльями? Жуки пошли. Ай, больно, больно. Там помощнее, ребят, оружие. Вот это четырехзалповое. Опа, муравьиные львы пошли. Half-Life пошел, что ли, или что? Найс. Пушка, которую сразу выкидывает мой персонаж. После кого-то выстрелит. Да еле оттуда вырвался. Я буду из окна шмалять. Просто на улице очень небезопасно стало. Да вообще жестко мочилово мы устроили. Я думал, так не будет. Прям мясо из мяса. Так, Димас, мужики, я разозлился. Мой дом, короче, уже муравьиные львы оккупировали. Нужно спасать меня. Мне кажется, они уже внутрь даже зашли. Получайте. О, давайте газом все сейчас затравим. А я, Диман, уже газовую гранату бросаю. Красава, давай, Димас. Я сейчас тоже присоединюсь, только на спавне их все. Тут целая куча. Короче, они не смогут пройти здесь никак. Да-да, ни один мутант не выживет, понимаете? Все. Полностью закрытый проход. Ребят, мы делаем все только хорошо. Жирный очень. Пацаны, я с вами все здесь тусуемся. С крабами. Держим эту точку, никого не пускаем. Ой-ой-ой, меня кто-то выстреливает в задницу. Короче, смотрите, получается, тут разделилась карта на две стороны. Ой, как вам такое эмотроничное нападение? Вот, это уже поприкольнее будет. Поприкольнее, всё. Да? Кто-то бегает джедайским мечом, мочит всех. Так, нападение. Чику зажали. Убили Чику, бегут к следующей. Не-не-не, не катит такой номер. Так, что у меня есть? Копья есть. Меня стреляют. Держи копье. Меня как будто даже немножко подвисает от этого всего. Да? Ой, сейчас мы поможем. Давайте, давайте, ядерку запускаем. Не-не-не, воздушный удар сначала. Ага, воздушный удар, хорошо, я тоже запускаю. Ой, красиво со спутника прилетело. А чё меня убило? Я далеко был. И еще один. Это мой, это уже мой. Это мой пошел. А чё они живые? А вот так вот, бессмертные говнюки. Сейчас мы добьем аниматроников. Опа, как тебе аниматроник? Ох, как шары отлетают красиво, рикошетят. Вот еще. Серега, ты нормально кишки делаешь. На счет три взрыв будет. Раз, два, три. Ну, и где метеориты? Все, Димон, поехала жара. Вот это сила, ведь как мы про него могли забыть? Мы столько роликов записали. Вот это мясилово. О, ребята, наблюдай. Ой, блин, даже. Да что такое за кишки жопы у меня? Да дай, я буду лежать просто наблюдать за метеоритным дождем. Как классно, погода хорошая, лежишь себе. Ох, мой труб отшвыривает. О, давай, нормально поставил. Все, уничтожили всех. Нет, еще мочат там всех. Я знаю, чем Димас тут убивать еще, надо зачищать. Ух, по голове метеоритный дождь прилетел. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты слышишь?